Всем привет! Пришел мне вот такой удлинитель для бит. Биты стандартные. Размерчик у нее 5,5. Сделан очень качественно. Нужно мне было, у меня, пользуюсь отверткой бошевской. И обычные биты у меня очень маленькие. Здесь, конечно, подлиннее. Но в основном все биты такие. Не всегда есть возможность, ну, подлезть. Не хватает длины. Заказал такую штуку. Цена ее около $2. И можно удлинить биты. Засовываются они. Всовываются без усилия. Обратно уже не вытащить. То есть надо немножко, получается, отогнуть. Сдвинуть. И тогда только биты высовываются. Внутри у нас стоит магнит. То есть она и магнитит. Здесь слышно. То есть вещь добротная, качественная. Люфта лишнего нету. То есть, в принципе, она здесь тоже, ну, есть люфт, но то же самое, можно сказать, люфт. И от простой биты. Здесь не очень плотно сделано. То есть вещь хорошая. Если еще поставить вот длинную биту, то получается совсем длинная. Есть, конечно, в наличии они еще, по-моему, этот металл тоже магнитится, тоже все нормально, не выпадает. Даже с такой битой здесь ничего не выпадает, очень сильно магнитится. Есть подлиннее, по-моему, там 10-сантиметровые, это 5,5, есть 10-сантиметровые. И есть без функции вот такой, как бы сказать, крепления. Ну, блокировки, как бы вот так уже не высунешь ее. Ну, здесь плюс, но с одной стороны плюс, с другой стороны она утолщает вот эту вещь. В этом месте получается такая толстая. Есть без нее и 10-сантиметровые. Наверное, тоже придется прикупить. Так что ссылочку оставлю, цена около 2, там может 2,50. В разных местах по-разному, есть даже и дешевле. Ну, качество не знаю, не проверял. Здесь качеству претензий никаких нету. Как заявлено, хром ванадий. Как на самом деле, здесь сказать вам не могу, но качество хорошее. Будут вопросы, задавайте, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Пока-пока.